В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» активисты волонтерского центра «Единая Россия» проверили качество дезинфекции мест общего пользования в жилых домах номер 1, 9 и 13 поселка Усово-Тупик. Как рассказал депутат Совета депутатов Одинцовского округа Станислав Улитин, работы выполняются с соблюдением всех санитарных норм в соответствии с установленным графиком. Также парламентарий напомнил, что волонтерский центр оказывает помощь пенсионерам, малоподвижным людям и многодетным семьям.